Здравствуйте, друзья цветочники! Сегодня среда, значит, сегодня очередное видео «Вопрос-ответ». Многие мне пишут, что ждут того, как сериал. Мне очень приятно, я всегда рада с вами поболтать. Давайте начнем. К видео про Компанулу получила такие два комментария. Светлана Никишина пишет: никакой конкретики, общие фразы. Валентина Каширина пишет: девушка мало что знает об этом цветке. Друзья, да, я не ботаник, я не биолог, я не рассказываю, как устроена корневая система, не разбираю растения на атомы, но, тем не менее, на мой взгляд, про компанулу я рассказала все, что знала, а знаю я про нее немного, поскольку этот цветок частенько попадает ко мне. К сожалению, домой и растет у меня в саду. Не знаю, чего ждут некоторые зрители. Я стараюсь давать информацию по максимуму практическую и по минимуму вот этих вот заумных, на мой взгляд, никому не нужных фраз и таких там сомнительных историй, типа почва должна быть кислая, там столько-то соотношение торфа низинного, верхового, столько-то там перлита в ложках насыпать. То есть да, если вы этого от меня ждали, к сожалению, это не на мой канал. Так, Анна Егорова. Насколько быстро можно вырастить компанулу из черенка в пышный куст в горшке? Например, если посадить в начале марта, то к концу мая какого размера она будет? Анна, к сожалению, не подскажу, но не занимаюсь черенкованием растений. Я думаю, что следующее видео «Вопрос-ответ», которое выйдет 9 июня, я буду записывать, скорее всего, приводя, у меня там целая кучка компанул стоит в порядок, готовя их к высадке в сад, потому что у меня нет терпения ждать, когда она вырастет в пышный куст. И, кстати, я выяснила, что она еще подвержена пожиранию трипсами. Вот, знаете, никогда у меня такого не было, но вот в этом году я уже на третьем растении встречаю трипсов, и ну вот так сложились обстоятельства, что я теперь поняла, как это все выглядит, как понять, что растения жрут именно трипсы. Так, Читанава Наала. Прямо в точку про энергетику: фиалка не цветет и плющ умирает. Что делать со своей энергетикой? Знаете, я думаю, что есть способ проще. Просто подбирать растения, которые будут совместимы с вами по энергетике. Ну, это самый простой, на мой взгляд, вариант. Не мучить ни себя, ни растения. Если у вас есть какой-то внутренний запрос, что что-то в жизни идет не так, ну, тогда, конечно, надо разбираться, искать какие-то варианты, пути решения и уже менять себя. Когда мы меняемся, у нас меняется все. У нас меняется окружение, энергетика, речь, манеры, походка. Ну, это только идет уже от внутреннего запроса, но явно то, что не живут хидеры и фиалки, это не, скорее не запрос, просто понимание того, что это не ваши цветы. Не расстраивайтесь, огромное количество растений в мире существует, я уверена, что вы найдете свое. Ирина Кречикова. Зачем вам плющ? Он уже из дома выгоняет. Это, конечно, миф, но смотрите, много совпадений. Ирин, не переживайте, мы с мужем уже 24-й год живем вместе, и, вы знаете, ни кактусы его не остановили, которых у меня было 40 штук на момент моего состояния еще незамужнего, тем не менее, и много мы с ним в жизни пережили, и уж последнее, чего я буду бояться, что какое-то растение повлияет на решение моего мужа уйти или остаться со мной. То есть это все-таки, ну, не от растений зависит. Давайте уж посмотрим правде в глаза. Зависит от того, есть ли уважение в семье, есть ли взаимопонимание, смотрим ли мы с партнером в одну и ту же сторону, насколько мы слышим, насколько мы слушаем, насколько мы заботимся, насколько, ну, не знаю, вот какая-то гармоничная обстановка в семье, а плющи у вас растут, монстеры, сциндапсусы, кактусы, ну, это вообще, вот, ну, на мой взгляд, к семейным отношениям не имеет никакого отношения. Татьяна Лапицкая. Расскажите нам подробнее про народную энциклопедию цветов. Татьяна, вы знаете, я отношусь к тем людям, которых называют великими фантазерами, наверное. У меня каждый день появляются какие-то гениальные, конечно же, ну не какие-то, конечно же, гениальные идеи, которые мне очень хочется воплотить в жизнь.
Но так складываются обстоятельства. Сейчас прошу прощения, выключу звук на компьютере, чтобы у меня тут напоминания не булькали. Так складывается жизнь, что она у меня достаточно наполненная всякими разными штуками. И некоторые идеи, они у меня записаны в книжке, лежат, ждут своего звездного часа. Вот чтобы не быть голословной, я сейчас прямо открою. Я уже перестала вносить это в планы, потому что я поняла, что планы не всегда зависят от меня, и переносить это вот огромными списками я уже устала. Я завела себе задачи. Я прям вам сейчас покажу вот этот вот список задач. Давайте вместе посмотрим, сколько их у меня. Вот это вот все. Это то, что мне хочется реализовать, то, что я придумала. И, ну, они ждут просто своего звездного часа. Какие-то более горящие, какие-то менее горящие. Начала писать статьи на Яндекс.Дзене, бросила пока. Не могу поймать вдохновение. То есть тоже мне хотелось рассказывать, да, истории от лица растений. Но вот что-то чувство не то. Вот ловлю момент, обдумываю. Хочется, чтобы было интересно не только мне, но и читателям. Вообще, народная энциклопедия цветов, у меня была такая задумка. То есть это два направления. Народная энциклопедия комнатных растений, народная энциклопедия срезанных цветов. Есть такой фильм про то, как составлялся первый английский словарь. Мне так эта идея запала в душу, я решила, что если мне будут люди писать, какие ассоциации у них возникают с тем или иным цветком, то можно сделать очень интересную книгу, выпустить, скомпоновав вот эти вот все ощущения, восприятия, да, то есть для кого-то гвоздика это 9 мая, для кого-то это похороны, а для кого-то гвоздика это цветок страсти, потому что она безумно вкусно пахнет, ну и... Ну, будем честными, гвоздики же бывают не только красными и белыми, они вообще всех оттенков бывают, и кустовые гвоздики в том числе. И вот чем больше людей пришлет, какая ассоциация у них идет с этим цветком, тем интереснее можно рассказать про каждый цветок историю, ну и так, в принципе, почитать, как цветок этот воспринимают другие люди. Что касается комнатных цветов, ну, примерно то же самое, с кем дружит, тоже как кого зовут, например, да, потому что у кого-то там мохнатая лама и пастух, у кого-то там, я не знаю, Федя, у кого-то еще какие-то имена. То есть тоже можно было бы вот это интересно очень сделать, но я не отчаиваюсь, а пока отложила ненадолго, я надеюсь, и, скорее всего, я буду возвращаться к этому вопросу, потому что мне кажется, что это должно быть очень интересно. Так, видео про пересадку большого спатифилума. Елена Бордаренко. Так, а если только купили его, надо пересаживать сразу или нет? Он находится в торфе. Продавец сказал не пересаживать год. Чем же он будет питаться? Очень хочу сохранить. Покупаю второй раз. Первый пропал, делаю как надо, а он не хочет у меня жить. Смотрите, по поводу пересадки принцип одинаковый у всех растений. Если растение декоративно-лиственное и не капризное, ну, то есть оно не дает реакцию в виде смены места жительства, сбрасывая листья, то мы можем его пересадить прямо в день покупки. Если растение цветущее либо плодоносящее, все-таки оптимально дождаться окончания периода цветения и плодоношения, чтобы не добавлять стресса. Но в этом случае мы можем сделать перевалку. Что касается пустого торфа, у меня есть такой опыт, когда растения в вот этом транспортировочном грунте жили в горшках несколько лет, при том, что я цветы не удобряю, все, что я делаю, раз в неделю поливаю. И они при этом росли, развивались, набирали массу и, в принципе, очень неплохо себя чувствовали. Поэтому не переживайте, посмотрите видео про спатифилум, я думаю, он вам поможет и прояснит какие-то моменты. Малика, не знаю, честно, как правильно, Абукенбаева. Чем кормите? Секрет, скажите, пожалуйста, дома так не растут, листья мелкие выходят. Какого размера выходят листья, зависит от сорта спатифилума. Это спатифилум не мой, я его пересаживала в гостях у подруги, и она не подкармливает растения. Это я знаю абсолютно точно. Кстати, вот просили меня показать его.
Я подругу попросила, она сказала, приезжай, поснимаешь. Я думаю, что я съезжу к ней, поснимаю, покажу, как выглядит у нее растение после пересадки. Благо, уже прошел год, ну, как бы есть, да, что показать. Инна Попова. Так, большой спатифилум, приблизительно такой, как в этом ролике. Покупала в магазине в подарок маме. Почти весь куст пропал. Остались только два крепких взрослых роста, которые дают новые листья и часто цветут, но не плодят деток. В таком состоянии он уже почти больше 10 лет. Пробовала сажать в разные горшки, побольше, поменьше, пластик, керамика. Куст не разрастается детками, хотя сам очень хорош. Что делать, чтобы разрастался вшире, плодился? Другие спатики поменьше. Регулярно рассаживаю, так как быстро заполняют горшок ростками. Инна, честно, рада была бы подсказать, но я не знаю, в чем может быть причина, тем более, что у вас есть опыт дружбы со спатифилумами, они у вас хорошо себя чувствуют, и данное растение тоже у вас живет больше 10 лет, тем более, вы говорите, оно все время цветет. Но не хочет, хочет, вот, может, он не хочет, чтобы вы его рассаживали. Ну, кто же его знает? Ну, поговорите с ним. Может быть, зрители подскажут, какой есть секрет. Я, честно, не знаю. Мне казалось, не все размножаются так. Анастасия, как избавиться от насекомых? У меня такая же проблема, не могу избавиться. Анастасия, все зависит от того, какие насекомые. Если такие же, как в видео, то есть такие беленькие, прозрачные практически, то мне их опознали как подуры, ну, не суть. Грибные комарики, которые появляются от залива, поэтому просто перестаньте его заливать и давайте ему высохнуть между поливами. Если у вас почвенные мушки, гром-2. Если какие-то другие насекомые, нужно смотреть, что за насекомые, без фото не подскажу. Ольга Брынцева. Хотела узнать, корни при пересадке разве не надо было укорачивать и сам цветок разделять? Ольга, хороший вопрос. Корни мы укорачиваем, если мы оставляем в той же посуде и нет места для корневой системы. Там корневая система шикарная, место в горшке было, поэтому необходимости в укорачивании корней я не увидела. Что касается разделять цветок, а для чего? То есть цветок мы делим, да, делим куст для размножения. То есть если мы хотим 2 спатифилума, 3, 4, 5. Если мы не хотим 2, 3, 4, 5 и хотим, чтобы у нас остался такой же пышный куст, мы его оставляем, то есть делить его смысла никакого нет. Запрос был просто на пересадку. Был запрос, я сделала. Так, Асса. Ник. Для спатифилума среднего размера подойдут более удлиненные узкие горшки. Как часто поливать его в зависимости от времени года? В принципе, спатифилуму лучше горшки пошире любому, потому что он все-таки размножается вширь. Но если вы готовы его пересаживать там раз в год-полтора, можно взять более узкий, длинный, он будет в них очень красиво смотреться. Поливать раз в неделю с обязательным просушиванием. Частота зависит даже не от времени года, а зависит количество воды. То есть, когда жарко летом, мы поливаем больше, потому что быстрее растения сохнут. Когда температура, ну, если, допустим, вы живете в квартире, у вас отключают отопление и достаточно прохладно, мы уменьшаем количество воды. Но я все растения поливаю раз в неделю, и, в принципе, почему бы и нет. А там вы уже смотрите по своему графику, потому что я знаю людей, кто раз в 10 дней поливает, кто раз в 3 дня поливает, и при этом у них растения живут. Вопрос количества воды. Так, Стайси. Чем вы травите этих злосчастных мошек в земле? У меня они тоже есть в цветах, не могу от них никак избавиться. Вот ответила чуть выше. Подру перестаем заливать, почвенные мушки гром-2. Ольга Слепухина пересадила спатифилум, корешки оказались не очень, видимо, поэтому болел. Чем полить для восстановления корней? А мне интересно, как вы определили, что у него корни не очень, что с ними не так? Ну, вообще, есть такое средство, называется корнерост, помогает наращивать корневую массу. Попробуйте добавить его. Татьяна Воронцова. Как убрать ветку от цветоноса? Еще раз спасибо. Я специально не стала удалять отцветший цветок из своего спатифилума. Пойдемте, я сейчас попробую показать. Так, вот смотрите. Вот у нас отцветший цветок.
Вот я его оставила, чтобы ответить на ваш вопрос не голословно. Значит, сейчас попробую. Мы берем, оттягиваем. Так. Оттягиваем вот так веточку, пока она легко оттягивается, и срезаем ее. Дальше то, что у нас остается, пенечек там внутри, в самом листике, он со временем высохнет. И вот после того, как он высохнет, его очень легко взять и выдернуть оттуда. То есть без повреждения растения у вас не будет с этим никаких проблем. Но это для того, чтобы не травмировать лист. Если мы будем сразу его пытаться оттуда тащить, мы вот это основание листа немножечко так раздербаним, пораним, и сам лист может погибнуть. А так, при правильном извлечении, он может давать еще нам и листья, и цветы. Покажите, как чувствует себя растение сейчас. Да, поеду в гости, обязательно покажу, но уже прошел год. Так, ГНБ, чего-то там, ник ГНБ, XRF. Так, у меня необычный вопрос. Нужно ли в спальне иметь комнатные растения? Знаете, когда речь идет о комнатных растениях, да вообще о чем бы то ни было, нет вообще, наверное, неправильно, скажем так, или не совсем корректно, вот более точная формулировка, не совсем корректно говорить слово «нужно». Есть замечательное слово «хочу». Вот «хочу» и «буду». Вот есть слова «нужно» и «надо», а есть слова «хочу» и «буду». Если смотреть этимологию слов, происхождение, те вибрации, которые несут ту смысловую нагрузку, то постарайтесь все-таки слова «нужно» и «надо» убирать вообще из своей жизни. «Хочу» и «буду», «не хочу» – «не буду». Вот как-то так. Если вы хотите иметь в своей спальне растения, то обязательно надо... Не надо. Обязательно заведите их. Потому что, я, например, просыпаюсь утром, у меня в окне прекрасная ива, которая меня радует 365 дней в году. И на столике стоит мой шикарнейший фикус бенджамина. Я открываю глаза, вижу их, у меня поднимается настроение. Так же, как я вижу цветы у себя на окне, которые периодически меняются. Вот. Единственное, что... Стоит учесть, что если спальня небольшая, вы спите с закрытой дверью, объем комнаты не очень большой, то не переборщить с крупномерами, поскольку ночью растения выделяют углекислый газ. Если вы спите с открытой дверью в спальню или спальня позволяет размерами, тогда это ограничение мы убираем. Потому что, например, фикус для моей спальни, он великоват, но у меня не закрывается дверь в спальню, поэтому у меня нет нехватки кислорода ночью. Поэтому, если вам нравится, то пусть они у вас будут. Я думаю, что это уютно и красиво, и радостно для глаз. Главное, выбирайте те растения, которые лично вас улыбают. То есть это смотрите и наполняетесь. Вы засыпаете в хорошем настроении, просыпаетесь в хорошем настроении, потому что вас окружает то, что вы любите. И Ник, обожаю спортивную одежду. Про спатифилум вы сказали, что через 4 года надо пересадить, а может его время к тому же будет омолодить, не слишком староват будет, с учетом того, что ему сейчас минимум 8 лет. Да, ему не меньше 8 лет. Почему сказала через 4 года? Потому что моя подруга, она не пересаживала его лет 5, по-моему, она сказала, или 7, я уже не помню, давно снимала. Но там объема достаточно земли, объема горшка. Зачем омолаживать? То есть он естественным образом дает новые побеги, то, что у него старое, умирает. Поэтому нет, в принципе, если хочется, то можно. Но я не вижу никаких таких показаний для этого. Татьяна Энгельс, почему вы не любите дренаж? Почему я его не люблю? Я к нему просто очень равнодушно отношусь, скажем так. Я не очень понимаю, почему во многих источниках говорят, обязательно положите на дно дренаж. Я пересадила за свою профессиональную деятельность огромное количество растений и просто убедилась, что дренаж не предохраняет ни от чего. Если растение заливается, то дренаж просто плавает в луже воды. Вот и все. То есть он не является универсальным средством, он не является панацеей, он не является спасением от всего. Да? То есть нужно в первую очередь научиться
поливать и следить за состоянием грунта между поливами. Все. А дренаж я использую, когда нужно уменьшить объем горшка, либо когда я не сажаю в кашпу и не знаю, все-таки умеет человек правильно поливать или нет. Ну, такая своего рода подстраховка. Так, и Татьяна же, мне кажется, можно было еще корни подстричь немного. Можно было бы подстричь корни, если бы объема горшка не хватало. Но там с этим все в порядке, поэтому я не стала этого делать. Итак, видео про фикус Бенджамина. Ирина Леонидовна, скажите, пожалуйста, как вы лично относитесь к тому, что большинство верит в поверье и прочее? Говорят, что фикусы нежелательно держать дома по разным причинам. А если он уже есть, был отдан с душой, и я боролась за его жизнь. Что ж теперь? Он вообще у меня боец. Думала, погибнет, но он такие корни дал, такие листочки стали красивые. Как будто гордо выпрямился и радует меня сейчас. И вообще, что бы вы посоветовали при выборе растений? Приобретать по поверьям или по душе? Вот нравится мне цветок, а говорят, что не принесет удачи. Ну, если нравится, глаз упал, не хочу другого. Мне интересно ваше мнение. Мое мнение совпадает с вашим, что если вам нравится цветок, то значит ему быть в вашем доме. Потому что основное предназначение растений – наполнять наши дома уютом, красотой. А понятия о красоте у всех разные. Кому-то нравятся цветущие, кому-то лиственные, кому-то крупномеры, кому-то маленькие растения доставляют радость выращивать большие. То есть нас всех радуют разные вещи, и это нормально, это естественно. В поверье я не верю. Кстати, если забить в поисковике растения по фэншуй, фикус считается самым благоприятным растением по фэншую. Поэтому не знаю, где вы такое прочитали. Не верьте никому. Если вам растение доставляет радость, все, значит, вы нашли друг друга. А как я рекомендую выбирать цветы? Да, я считаю, что растение должно вам улыбнуться. Ну, как вы говорите, глаз упал на него. Все, сердце ёкнуло, это любовь с первого взгляда. Вот ты идешь, видишь, такое происходит, да, вот такое. Мой, все хочу, не могу, прям жить без него не смогу. Ну, жить мы, конечно, сможем, но если вот так прям хочется, не стоит себе отказывать, не читайте глупости. Если вы видите какой-то источник, который говорит о том, что растение что-то там производит, какие-то изменения в вашей жизни, просто ставьте в бан эти источники и не читайте их. Это мое личное мнение. Чем меньше негатива в нашей жизни, а вот эти вот все наветы, клевета на растения, которые не могут защититься, да, не могут сказать слово в свою защиту, ну, на мой взгляд, это все-таки относится к негативу. Мы сами выбираем, наполнять негативом или позитивом нашу жизнь. Соответственно, я за позитив, за улыбки, за радость, за кайф, за удовольствие. Любите те растения, которые приносят радость именно вам. Артем Балагур. После того, как услышал, надо много места, чтобы фикусу хватало кислорода, захотелось выключить. Растения поглощают углекислый газ и поглощают кислород. Артем, я не знаю, где вы такое услышали у меня. Я такого точно не говорила. Я, конечно, видео не пересматриваю, но я в здравом уме, при ясной памяти и четко отдаю себе отчет в своих словах. То есть я сначала думаю, потом говорю. Вот я не могла сказать, что фикусу надо много места, чтобы ему хватало кислорода. Я говорю всегда о другом, что если в спальне, где вы спите, будет недостаточно много места и будет много растений с большой зеленой массой, то вы с растениями будете бороться за кислород. Почитайте учебник биологии, очень рекомендую, для общего уровня развития. Так устроены растения, так они дышат. Когда на них попадает солнечный свет, они выделяют кислород, когда солнца нет, они поглощают кислород, выделяют углекислый газ. Это нормально. То есть, если люди просто занимаются поглощением кислорода и выработкой углекислого газа у растений, это переменный процесс. Я не придумываю, и, в принципе, программы средней школы хватает для того, чтобы усвоить эту простую информацию. Надеюсь, я вас не обидела. Так, beautiful things.
Поставила фикус на другое место, отпали все листья. Обратно вернула, что-то виднеется, но не хочет расти, как помочь. Не надо ему помогать, он сам вырастет. Он вам показал, что там, где он стоял, ему вполне было комфортно. И что не стоит, да, если не болит, то не лечим. Просто ждите, если вы хотите, ну, чуть-чуть его утешить. Можете использовать и пинцер, конат, иммуностимуляторы, которые помогают растению чуть быстрее набирать массу, чем нам, ну, чем естественным путем они будут без добавок каких-либо. Ирина Вовк. На моем фикусе появились маленькие жучки, их еле видно. Что только не делали, сухим опрыскивал его растворами, ничего не помогает. Перед этим мыла его, уже просто не знаю, что делать. На листочках следы и укусы. Я живу в Италии, вот что подумала. Может, все обрезать, не будет листов, они пропадут. Сейчас весна отрастет все. Что посоветуете мне? Рост 1,10 м. Ирин, я вам посоветую фотографию фикуса с жучками разместить в ВК «Закоренелый цветочник», предложить новость. И мы посмотрим, что там у вас за жучки. Листья можно оборвать, потому что, как мы все знаем, если бенджамин теряет все листья, то он заново потом обрастает. Но, представляете, ему и так не очень хорошо, его кто-то ест, вы его возьмете, оборвете листья. Это не дает гарантии, что у вас не останется личинок в земле, в корнях, на стволе. Поэтому все-таки лучше определить, что это за жучки, и подобрать, ну, какой-то инсектицид против них. Modern Woman. Купила такой фикус, долго стоял в своем кашпо, но у него корни вылезли снизу, решила пересадить. После пересадки стал по чуть-чуть скидывать листики, по 1-2-3 листика. Он у меня не облысеет. Знаете, если он скидывает 1-2-3 листика, это не повод для паники. Вот когда он пригоршнями начинает скидывать листья, тогда да. Но даже в этом случае он потом обрастает, если у нас живые стволы. Эпин, циркон, удобрение. Попробуйте его немножечко подкормить, поддержать. Ну, это может быть просто обычная реакция стрессовая на пересадку. Ирина Кречикова. Нравится ему только на балконе. На балкон не теплый. Лес тоже рядом. Может пригрозить. Ну, я так понимаю, что если балкон не теплый, он же там зимой у вас не может стоять. Меня прям повеселили. Нет, пригрожать ему не надо, но нравится ему на балконе. Пусть стоит. В принципе, все зависит от того, какой у вас балкон. Да, если там зимой так же, как на улице, ну, поставьте его рядом с этим балконом. Главное, что когда вы открываете дверь, чтобы на него не было сквозняка. И просто предупредите, что там очень холодно, и вы заботитесь о нем в первую очередь. Галина Паскари. Нашла на мусорке бенджамина. Выкинули, сбросил листья. Принесла домой, смыла корни. Они хорошие, живые. Состригла сухие ветки. Поливаю, опрыскиваю, на свету стоит. Никаких изменений. Галина, опять же, вот, ну, очень сложно сказать, что там с ним. Корни живые. Вопрос ветки, живые или не живые. Потому что если он стоит без листьев в течение... Я так понимаю, полутора месяцев, но должны все равно уже какие-то завязи пойти. Проверьте, живые ли ветки. Ирина Кречикова. Так, нашему бенджамину больше 22 лет, капризничает очень. Может, он действительно уже захотел закончить свой век? Как быть, реанимировать или уже не мешать? Как это определить? Ирина, нужно посмотреть, как он у вас капризничает. Вообще, конечно, для бенджамина 22 года – это срок. Но здесь может быть, что его пора пересадить, либо его пора подкормить, либо вы его куда-то переставили, поэтому он начал капризничать. Ну, то есть надо выяснить причину, что ему не так. Ну, согласитесь, 22 года – это прям полноправный член семьи, и просто вот так взять от него отказаться, ну, несколько несправедливо, что ли. То есть все-таки надо побороться за него и... понять, попытаться выяснить причину, что ему не так, что ему не нравится. Вообще могу сказать, самый, наверное, такой вот первый пример у меня был с фикусом бенджамина. Я его купила в Икее. Это было очень-очень много лет назад. У меня тогда еще не было своего цветочного магазина. И он с нами прожил, наверное, лет 15. И он просто взял и за 3 дня умер. Вот
Вот без видимых причин. Вот был фикус, и через 3 дня его не стало с нами. Вот это, я понимаю, там уже и бороться было ну, невозможно, потому что он просто умер. Я так понимаю, что пришел его срок. То есть похоронили с почестями. И, в принципе, потом у меня много теперь фикусов разных. Вот. Поэтому смотрите, может быть, его кто-то начал жрать. То есть тоже вариант. Выясняйте причину. В первую очередь, ни в коем случае не сдавайтесь. Это прям член семьи. Юлия Погорелова. Как же его таскать в ванну, если он большой, горшок тяжелый? Ну вот, вы знаете, мой уже в ванну точно в этом году не пойдет. Буду мыть по листику и снимать, и о чем-нибудь с вами разговаривать. Этот момент, может быть, прямой эфир проведу, пока буду его мыть. Посмотрим, если мне моя дочь согласится побыть моей техподдержкой, позачитывать ваши вопросы, потому что его, ну, не дотащишь. У меня, кстати, был там от мужчины, я так понимаю, вопрос по поводу того, что он не может тоже унести свой фикус в ванну. Я ему рекомендовала расстелить пленку на полу и побрызгать его зеленым мылом из такого опрыскивателя помпового с хорошим напором пару раз, чтобы грязь стекла на пленку, и потом чистой водичкой можно и просто оставить, и в принципе, ну, тоже должен быть чистым. Так, Лиза. Живет 7 лет, красавчик, с интересной историей. Есть вопросы. Из фикуса Бенджамина. Салатно-кремовые листья. Возможно, Golden Monique у вас, как у меня. Ну, нужно видеть фотографию. Хотели сделать бонсай наклонный, не вышло. С реанимацией отдали мне, несколько в жалком состоянии. Я тогда нисколько не интересовалась цветоводством, но ему у нас понравилось. Начал активно расти вверх. Самая крепкая ветвь вышла темно-зеленой. Так и растет до сих пор. Несколько слабеньких веточек, внизу цветные, но основное растение зеленое. Пару лет назад заболел, стоял на юго-западном окне на проветриваемой лоджии, весь зарос паутинным клещом, промыла мылом, обрезала. С тех пор не заладилась, не могу однозначно понять, чем он болен, растет нормально, но с обратной стороны его основания появляется восковой налет, легко снимаемый. В дальнейшем основание листа древесневеет, лист старится и желтеет, опадает. Еще на редких листиках с обратной стороны иногда вижу коричневатые бляшки. Мыло с мылом несколько раз, осенью обрабатывала октарой, все по-прежнему. Он не абсолютно здоров и не совсем болен. То, что читала про болезнь фикуса, однозначно не подходит под его состояние. Может быть, подскажете? Ну, во-первых, да. Спасибо за интересную историю. Что могу сказать? То, что восковой налет на основании листа, это нормально, не надо их удалять. Это не болезнь, это естественные, ну, не буду говорить, ладно, скажу, естественные выделения растения, скажем так. Но, тем не менее, это в пределах нормы, это не болезни, не вредители. Оставьте как есть, не снимайте эти бляшечки. То, что вы говорите, на коричневатые бляшки – это щитовка. Вот щитовку нужно удалять физически и протравливать растения. Чтобы дать вам точную рекомендацию, либо обратитесь за услугой «Зеленый доктор», либо в ЭКО-сообществе предложите новость, и мы посмотрим вместе с другими подписчиками и что-нибудь вам обязательно порекомендуем. Вот, суслик без компромиссов, какой у вас прекрасный ник. А почему в спальне должно быть мало крупных растений? Наталья отвечает, ночью потребляют кислород. Да, на самом деле так и есть. Зависит от спальни. Если у вас спальня размером с небольшой стадион, то там можно крупномерами уставиться. То есть только в этом дело, больше ни в чем. Так же, как я не рекомендую растения в спальню с сильными запахами, потому что может болеть голова, даже если вы запахов, ну, вот так явно не чувствуете. Была такая ситуация у нас в жизни, когда у мамы в спальне стоял жасмин, и она просыпалась во время его цветения каждый раз с больной головой. Как только мы жасмин убрали, то есть начали пытаться выяснить причину, у меня закралось подозрение, что дело в запахе. Убрали жасмин, голова перестала болеть. То есть мама запах не чувствовала, он ее не раздражал, но тем не менее аромат настолько сильный, что болела на утро голова. Анар Колыбаева. Что делать, если залили фикус водой? Корни гниют, пересадить не могу.
зима, холодно, работаю флористом в зоне отдыха, сейчас не получается пересадить. Высушить, ну что делать? Высушить, поменять верхний слой земли. Если вам, друзья, если вам нужен быстрый ответ, все-таки ВК это более быстрый вариант получить ответы, потому что я меняю опять систему ответов на ваши комментарии, чтобы максимально быстро, но все равно вы мне так активно пишете, мне так это нравится, но получается, что некоторые вопросы месяцами висят без ответа, пока я до них дохожу, поэтому не ждите, ВК-сообщество, предлагайте новости, будет быстрее намного. Про финик. Татьяна Лужина. У меня 30-летняя такая бабушка, уже не живая. А пальма живая. Думаю, как бы ее омолодить и не убить. А что вы хотите омолодить? Что с ней не так? Я так представляю, 30-летняя пальма, ну, она сама по себе достойна уважения. То есть мне просто не очень понятен ваш вопрос, зачем вам ее омолаживать. То есть естественный способ роста растения дает новые листья, старые по мере необходимости. И со временем просто отмирают. То есть она таким образом омолаживается самостоятельно. МК. Чем подкармливать можно финик? Ну, мы исходим из того, что финик – это пальма, поэтому берем удобрение либо для пальм, либо для декоративно-лиственных растений, либо универсальное для всех комнатных. Все три вида подойдут. Камила. Залайли конский навоз, жидкие удобрения. Спасибо, будем знать. Так, Ира Рубежанская пишет. Финиковые пальмы в магазинах компактные, пушистые. Дома посадишь, листья тянутся, падают. Вроде бы света много. Почему? Вы знаете, сложно ответить, просто потому что сколько я видела финики, они все стоят вверх. Ну, так устроена у них структура листьев, что они жесткие и растут вверх. То есть для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно посмотреть фотографию. Экосад. По фэншую об этом растении что можете сказать? Благоприятно ли его выращивать? Вопрос хороший, я фэншуем интересуюсь, поскольку как обыватель, и то как-то точечно. Но если вспомнить, о чем мы говорили с Денисом в интервью про фэншуй, ну, фэншуисты в большинстве не рекомендуют растения с острыми листьями. Это что касается фэншуя. Что касается моей личной точки зрения, если вам растение нравится, да какая разница, что об этом говорит фэншуй. Вот я просто не люблю финиковые пальмы. Ну вот не люблю и все. Хотя, ну, растение красивое по-своему, им очень-очень многим оно нравится. Ирина Фридрих. У меня прямо крик о помощи. Второй раз покупаю финиковую пальму. После первого полива начинают сохнуть, скручиваться листья, начиная с нижних. Что делать, понятия не имею. Ирин, для быстрых ответов идем в ВК, не ждем меня здесь, потому что, ну, вот отвечаю 2 месяца спустя, я понимаю, что уже момент упущен. Либо обращайтесь ко мне напрямую через flors.ru, услуга «Зеленый доктор». Судя по тому, что вы говорите, вы либо не доливаете растение, либо оно уже у вас при покупке заражено. Сейчас чуть-чуть посветлее сделаем. Либо оно у вас уже заражено паутинным клещом. Поэтому без фотографий, ну, точнее, более точный диагноз поставить сложно. Ирина Лешова. Вырастила пальму из косточки. Ей уже 8 лет. Вырастает новый лист, начинает постепенно желтеть, сохнуть. В итоге на пальме сохраняется только 3 листа. Горшок большой, поливаю нечасто. Чем ей помочь? Ну, смотрите, сложно мне, опять же, сказать без фотографии. Это может быть паутинный клещ, это может быть горшок большой, да, то есть вы его сразу посадили в большой горшок, может быть, он уже заполонил корни, нужно немножечко подрезать корешки, посадить обратно. Поливать все-таки нужно обильно и давать высохнуть. То есть это принцип полива очень многих растений, особенно когда речь идет о пальмах. От этого они могут желтеть и сохнуть от нехватки воды. Если раньше вы так поливали, ну, предположим, да, у меня нет более полной информации, оно у вас в этом горшке сидит давно, и раньше ей воды хватало, то сейчас у нее корневая система развелась, и воды ей не хватает. Елена Романюк. Можно ли укоренить хамидорею, срезав верхушку? Оголился стволик, стволик один.
Насколько я знаю, нет. То есть у нее все-таки идет размножение, вот эти вот побеги из земли, и оно идет размножение делением, судя по структуре листа, по там вообще самому принципу пальмы и хамидары нет. Так нельзя сделать. Ну, это моя точка зрения. Так, про драцену Жанет Крейг. Дилабар Ахундянова. У меня на работе есть драцена, длина 2,5 метра, только один ствол. Можно ли ее размножать? Привет из Ташкента. Конечно, вы можете срезать, лучше это делать весна-лето. Срезать макушку, макушку поставить в воду, чтобы она давала корешки, и отрезать, ну, ствол покороче, чтобы она дала боковые побеги. Она будет попышнее, макушка у вас даст корни. И вы ее подсадите, и у вас будет снизу объем. А еще можно поэкспериментировать, взять кусочек. Ну, эксперимент будет в 90% случаев удачным. Кусочек стеблей тоже поставить в воду. И снизу она даст корешки, сверху побеги. И того у вас будет много драценок. Любовь Катюкова. Моя драцена 40 сантиметров от земли. Ее уже можно делать обрезку или еще рано? Любовь, зависит от того, с какими целями вы хотите делать обрезку. Драцены не обрезают просто так. То есть это не то растение, которое подлежит стрижке, ну, формированию с помощью стрижки. Но 40 сантиметров – это не очень же много, это такая небольшая драценка. Зачем вам ее стричь? Ну, то есть, если у вас есть ответ на вопрос «зачем», то можно стричь. Если нет такого ответа, пусть она растет, но до тех пор, пока либо она не начнет уже подзаваливаться, и вы поймете, что пора, либо оголятся вот эти боковые побеги настолько, что вам перестанет это нравиться, тогда ее можно срезать, поставить в воду и черенковать. Драцена «Лимон Лайм». В офисе стоит 4 малышки выкинула. Центральный ствол, причем изначально такой худенький, сдох. С чем может быть связана убитость растения? При этом сидит в керамическом горшке, верхний слой земли мхом покрыт. Ну, судя по тому, что верхний слой земли покрыт мхом, скорее всего, это залив. Но чтобы понять, нужно видеть фотографию. Это может быть масса разных причин. Без фото определить не получится. Билов Сабик. Здравствуйте, у меня кошечка. Она может съесть листья этой драцены? Как правило, широколистные драцены оставляют кошек равнодушными. Они все-таки питают слабости к узколистным представителям этого семейства. Генерал Гавс. У меня узколистная пестролистная драцена. Вайт. Коричневеют листья. Не заливала. Опрыскиваю аллерин-сепином. Правильно я делаю. Пестролистная драцена вайт узколистная. Что-то я такой не знаю. Либо она все-таки не настолько узколистная, либо она немножко по-другому называется. Коричневеют листья. Не заливала. Ну, вот тут вопрос. Нужно смотреть, каким образом они коричневеют. Потому что, как правило, все-таки это залив. Если не долив, начинают сохнуть, желтеть, вянуть. Если залив, они начинают коричневеть. Эпин, он является иммуностимулятором, но прежде всего нужно коричневые кончики по-зеленому отрезать и все-таки поэкспериментировать с другим немножечко режимом полива и посмотреть на результат. Любовь Катюкова. Почему мои драцены поникшие листья? Кому не пишу, никто не отвечает. И больше поливала, и меньше. Листья выходят новые, без проблемы. Сразу как бы повяли. Стоит на восточной стороне. Корни промыла, обработала слабой марганцовкой, заменила землю. Все равно поникшие листья. Любовь, нужно смотреть фотографии. Друзья, если вы хотите получить ответ на вопрос, почему что-то происходит с растением, ВК-сообщество, я могу только предполагать. То есть листья поникают в двух случаях. Первое, не хватает света. Восточная сторона может быть, не знаю, тень от соседнего дома, дерево большое напротив окна, света все равно будет не хватать. Это что касается поникших листьев, но при этом ствол у нас плотный, твердый, листья тоже сами по себе твердые. То, что вы говорите, вот поникшие листья,
Это, ну, это все-таки не к поливу. Единственное, почему она может опускать листья, связанные с поливом, если вы заливаете, и ствол начинает подгнивать. Но тогда они у вас должны и опадать. То есть лучше, конечно, посмотреть фотографию. Наталья Рашевич пишет, пока такая же проблема, пока не нашла ответ, мою подкармливаю, наблюдаю. Наблюдение – это самый лучший вариант, но вообще драцены опускают листья от нехватки света. Но опять же, ствол крепкий, листья упругие, но просто они идут вниз, значит, не хватает света. Так, Хилола Разиева про адианту. Недавно купила этот цветок, но корешков еще не видно. Он растет, 100 граммов в стаканчике. Корешков еще мало, что делать? Оставить до осени пересадку. Если не показались корни из дренажного отверстия, вы можете пересадить просто в такой же объем горшка, вот в каком он у вас сидит, без увеличения диаметра. Зависит от того, в каком грунте он сидит. Если там все в порядке, то оставьте, пусть подрастает, потом, да, пересадите попозже, когда уже нарастит корневую систему. Чем меньше мы растения туда-сюда дергаем, тем лучше. Картенфи 50 пишет, все нервы вымотал мне этот цветок, что я только не пробовала, отсушивает два и все. Нефролепис чувствует себя прекрасно, адиантум не хочет и все тут. Знаете, нефролепис, там у меня висит на заднем плане, я уже поняла, он хорошо относится к просушиванию и может даже постоять, ну, подольше сухим. И ему это во благо. Вот залив ему губителен. С адиантумом немножко другая история. У адиантума, ну, нужно подсушивать грунт, но не давать ему стоять сухим. Это главное. То есть поливаем обильно и подсушиваем, но не пересушиваем. Это первое. Второе. Я очень люблю адиантумы за счет вот этой ажурности, нежности, трепетности листьев. Много экспериментировала с посадками во всякие разные емкости. Знаете, где себя хорошо чувствует адиантум? Он себя хорошо чувствует в стеклянных закрытых емкостях. Например, под колпаком флорариума стеклянным, но с отверстием сверху. Или в какой-то высокой вазе, в которой он скрыт целиком. То есть для него важна влажность. Это растение очень влаголюбивое. Попробуйте вот в какую-то такую емкость его поместить, не пересушивать, и будет вам счастье. Наталья Жиганова по поводу сенсеверии Хани. Появилось это чудо, нужно ли сразу пересаживать? И обязательно нужно пересаживать деток. Они могут расти вместе с матерью? Конечно, они могут расти вместе с матерью. Это способ размножения. Когда их много в одном горшке, они смотрятся намного интереснее, чем одиночное растение. Но это, опять же, на мой взгляд. Я вообще люблю, когда много цветов в одном горшке. Пересаживать можно, просто не промахнитесь с размером. То есть, если корни показались из дренажного отверстия, берем плюс 2 сантиметра к тому горшку, в котором сидит, и берем пошире горшок, нежели повыше, потому что сансевьерия размножается у нас вширь. Гуля Буриева вынесла из комнаты во двор, у нее листья стали бледные. Что можно сделать? Это может быть реакция на свет. То есть, либо вы вынесли ее там в полную тьму, но, скорее всего, вы вынесли ее на солнце, и у нее немножко выгорели листья. То есть снесите ее обратно в комнату, и пусть она набирает зеленую массу. Есть средства от пожелтения листьев, удобрение какое-то такое от пожелтения листьев. Сама не пробовала, но говорят, что очень неплохо работает. Ольга Данилова. Есть цветы, два вида. Ванька мокрый. Мне сказали посадить в маленький горшок. Посадила, но не цветет. Может, как мне быть, что сделать с ними? Просто подождите, правильно вам сказали, в тесный горшок, потому что бальзамины, ну, как любое цветущее растение, либо будет развивать корневую систему, либо будет цвести. Просто подождите. Бальзамин – это сезонное растение. Он не цветет круглый год. Время, терпение, и будет вам счастье. Аксуфет. Подскажите, пожалуйста, после обработки блеском для листьев растение лучше убрать от прямого солнечного света? У меня фикус абиджан стоит на юго-западном окне, солнце половину дня на него светит. Стоит ли обрабатывать? Хороший вопрос. Блеск для листьев не влияет вообще ни на что, кроме количества осадков в виде пыли на листьях. То есть он предохраняет от быстрого запыления.
никоим образом не влияет, будет солнце попадать или нет. То есть это такой препарат, который делает листья глянцевыми и позволяет замедлить процесс их запыления, что растению позволяет дольше дышать спокойнее. Поэтому не переживайте, оставьте его, где он у вас стоит. Наталья Горкуша. Ну, то есть можно обработать и оставить. Так, спасибо. Так, с некоторыми моментами не согласна. Например, вы говорите, что начинать удобрять надо через год после пересадки. В период активного роста, через 2-3 месяца, растение выберет весь запас полезных элементов из грунта. Чем вы руководствуетесь в этом вопросе? Знаете, у меня один из зрителей дал очень развернутую, подробную характеристику по поводу грунтов, по поводу бедности грунтов, богатости грунтов. Не помню, к сожалению, под каким видео, читал с превеликим удовольствием. И вот он там писал, да, что вот томаты, они за 2-3 месяца выбирают весь набор полезных элементов из земли. К цветам это не относится. Выше говорила, что у меня есть опыт, когда у меня по 5-6 лет растения сидели без присадки, без удобрений, и при этом они росли, развивались и, ну, превращались в красавцев. Поэтому меньше циклимся на еде, я так думаю, поскольку, знаете, это вот уже идет перенос. Если я люблю вкусно покушать, значит, мне надо котика раскормить так, чтобы у него ножки подломились, птичку, чтобы ее жердочка не выдерживала, там, шиншиллу, чтобы она не могла прыгать с полки на полку, потому что поднять себя не может. Мэри меня очень внимательно слушает. И растения надо кормить, кормить. Ну как же, они умрут, бедные. Не умрут. Даже в пустыне растут растения, при том, что там песок, и совершенно их никто не удобряет. Поэтому хватит растениям и на год, и на два, и на три этой земли. Вон у моей подружки там больше 5 лет не пересаживался с патифилом, и при этом он абсолютно шикарен, и цвел, и все в порядке у него с листьями. Поэтому, ну вот я думаю, что здесь идет вот такой какой-то внутренний перенос и внутренняя боязнь остаться голодным, оставить голодным тех, кто рядом с нами, не бойтесь, хватает им на год совершенно спокойно. Но если вам спокойнее удобрять, удобряйте. Главное, не перебарщивайте. Скоро выйдет видео, где я в гостях у прекрасной девушки Анны, и она поделилась тем, что начала кормить растения, они начали хорошо расти, после этого потом были с ними проблемы, потому что перекормила. Избыточность, она, ну, нежелательна во всем. Мария К. Александр, пишу впервые, хочу поблагодарить за ваше так честное интервью, интересное видео. Спасибо большое. Так, как так хорошо выглядите, как вы? Может быть, в своих вопросах ответах расскажете, как достигнуть такого цветущего вида, как у вас? Восхищаюсь внешним видом, речью, подачей материала. Мария, вы знаете, вот по закону, наверное, подлости, в тот момент, когда я снимаю видео, и в нем ваш вопрос, я прям вот цвету во всех смыслах этого слова. Я, конечно, постаралась прикрыть немножечко следы своего цветения, но сегодня я выгляжу, ну, не так вот, как обычно. Вы меня, наверное, видите. Вы знаете, могу сказать одно. Это внутреннее состояние. Есть понятие внутренний возраст. Вот очень хорошую, кстати, вы тему затронули, да? Есть понятие внутреннего возраста. Есть исследования на эту тему. Есть прекрасное видео. Не помню, как называется, но я думаю, что можно найти при желании. Значит, видео заключается в следующем. На стене вешают цифры, насколько человек себя ощущает. И вот этот человек выходит и начинает танцевать. И там просто удивительно, когда там дедушке где-то ему за 70 хорошо, у него висит сзади цифра 18, и он танцует как 18-летний, независимо от количества морщин, там состояния рук и шеи. То есть действительно человек молод, молод душой. Вот мой внутренний возраст остановился на цифре 25. Не 18, не 16, именно 25. И я вот в этом возрасте, ну, уже, можно сказать, ну, приличное время нахожусь. И мне в нем очень комфортно. И когда мне спрашивают, сколько тебе лет, у меня прям вот идет мысль 25.
И дети мне тут заказывали торт на день рождения. Паспорт врет, маме 25. Поэтому я провела в свое время опрос и спрашивала у людей, как, вот на сколько лет вы себя чувствуете. Самое смешное, у нас с мужем разница в 4,5 года. И когда я ему задала этот вопрос, он мне, не задумываясь, сказал, на 30. Я ему говорю, ты представляешь, у нас даже внутреннее ощущение возраста сохраняется, ну, такое, какое оно есть на самом деле. Знаю людей, которые там в 45 чувствуют себя на 14. И что удивительно, они разговаривают, двигаются, как 14-летние подростки. Хотя там эта дама, которая мне дала такой ответ, она мать троих детей. Но при этом она реальный подросток. И вот это вот какой-то подростковый бунт, какая-то такая внутренняя вот эта вот подростковая энергия, она чувствуется на расстоянии. Одна женщина 50 лет ответила мне, что она чувствует себя на 80. Я была крайне удивлена, начала спрашивать, как так. Она мне говорит, а я себя так чувствую с 30 лет. Вот как мне исполнилось 30, я себя чувствую на 80. И при этом она внешне весьма неплохо выглядит, но вот нет ощущения жизни, нет ощущения энергии. Поэтому я думаю, что это все зависит от вашего внутреннего состояния, насколько у вас горят глаза, насколько вам нравится то, что вы делаете. А вы знаете, я про цветы могу разговаривать бесконечно. Меня как ремонт можно только прекратить. Остановить меня очень сложно. Вот. Поэтому я думаю, что в этом все дело, когда ты горишь своим делом, когда тебя такое прет, да, слово, может быть, не очень оно корректное, но тем не менее, когда вот ты дышишь, живешь и дышишь тем, чем ты занимаешься, вот оно, наверное, дает такой отпечаток. Вообще, мне очень приятно, я благодарю всех за ваши комплименты, я читаю и цвету благодаря им в том числе, потому что я не думала никогда, что в мой адрес, возможно, каждый день получать столько приятных каких-то слов, при том, что, на мой взгляд, я ничего особенного такого не делаю. Ой, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Если нет, пишите, подискутируем, поищем истину, она всегда где-то рядом. И напоследок Любовь Читалкина спрашивает, как интересно было бы узнать, как качнуть, как вы выражаете женскую энергию. Тоже, ну, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что тему женственности я прорабатываю уже 1,5 года. Мне очень помогли танцы, то есть именно танго мне хотелось, потому что, ну, принято считать, что танго – это танец страсти. На самом деле танго – это не про страсть. А танго – это, знаете, про что? Как мне сказал мой прекрасный преподаватель, у меня замечательный преподаватель, кто находится в Москве, я могу дать контакт. Если танцевать, то только с ним. А вот я уже 2 года танцую с ним, и вот 2 часа в неделю я вот чувствую себя женщиной. Танго – это про женственность, это про то, что ты откликаешься на малейшее движение партнера. Ты не споришь с ним, ты не борешься за права, ты не главный. Но и в то же время нет подчинения. Это такой танец на равных, но мужчина все-таки выше. И вот он тебя ведет, а ты ведомая. И вот это вот, ну, какая-то женская, да, просыпается вещь. Я стала по-другому ходить, я стала по-другому двигаться. Муж, который спокойно относится ко всем моим хобби, сказал мне, что двигаться я стала вообще совершенно по-другому, более женственно. Каждый находит для себя какую-то практику. Для кого-то это йога, для кого-то это пилатес, для кого-то это танцы на пилоне. Ну, то есть вариантов много, ищите по душе. То есть если вы вдруг по какой-то причине чувствуете себя недостаточно женственной, хотя я думаю, что девушка по имени Любовь не может быть не женственной, то просто ищите варианты, которые вот раскроют именно вас, поскольку мы все абсолютно разные, и нас раскрывают разные вещи. Ну, то, что я крестиком вышиваю, например, я не считаю, что меня делает более женственной, да, то есть я, конечно же, я женщина в первую очередь, но мне хотелось какой-то сакральный смысл понять, что такое быть женственной. Я еще пока иду этим путем, до конца у меня пазл не сложился. Посмотрим, может быть,
когда-нибудь, и тогда я вам обязательно расскажу, как я к этому пришла. Спасибо, мои дорогие, вам огромное за внимание, за вопросы, за тот позитив, которым вы наполняете мою жизнь. Вы мне пишете массу приятностей и говорите о том, что я наполняю позитивом вашу жизнь. И это лишнее подтверждение тому, что я занимаюсь своим делом, что я на правильном пути. И поверьте, вы даете мне такую обратную связь, которая стоит дорогого. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Очень надеюсь, до новых встреч.